Друзья, привет! Стоит красавчик! Посмотрим сейчас, как заведется. Ну, привет, понятно, что спустило. Мы же с вами нашли вчера причину. Вот так вот. Вот и найдена причина, да? Спускающий энергач. Все, прямо, понятно. Сдулось. Показать вам, что у меня загружено? Ох, ни хрена, смотрите, лоурайдер какой. Вот так, да, надо ездить. Четенько. Пачка сигарет. Смотрите, оп. Вот это все сделано. Качество, ёба, да? Этот. Ну, вы поняли. Что это такое? Прикольно. Легкая дрянь. Она вот даже, взяй. Ну, вообще, вон, пальцем. Вот. Все ряды поднимаются вообще. Потому что ехал на лифт. Сейчас мы с вами сумку киданем. Киданем сумку и будем, знаете, что делать? Масло пойдем проверять. В теории там должно быть чутка. Опа, масло сразу. Чут, блядь, перчатки я забыл. Ё-май. Да масло тут еще жопой жуй. Опа, ему жрать и жрать. Течь прекратилась, и оно встало. Потому что масло вообще не пора менять. Но у меня долить нету маслица. Поэтому я его буду менять. Сейчас с вами вечером сядем. Ну, не вечером, наверное, завтра будем заказывать на воскресенье. Посмотрим, сколько стоит Мигуин. Мигуин. Фильтра возьмем. Ступицы мы снимем, потом закажем. Я хочу ремни. Масло в коробку надо. Обязательно сейчас возьмем. И масло в мост. Скорее всего, придется везде все лить ликвимоле, потому что, знаете почему? Потому что ликвимоле с дозатором. Ну, с палочкой этой. Так как у меня нету качалочки тут никакой, придется с него хоть удобно заливать. Потому что ступицы будем снимать в воскресенье все. Проверять подшипники. Но я уже посидел с мыслями. Ни хрена это не колеса. Это что-то в коробке. Между или рама коробка гнет, ну, раму прогибает. То есть вот здесь прогибает, она ложится, коробка начинает вибрировать. Или коробки просто хана. Это не колеса. Колеса так не будут бить сильно. Ладно, давайте достанем наш шланг. Шланг. И будем менять. Ой! Что менять, блин? Это мы лишь бы поменять. Пока достанем. Ножик достанем. Чтобы резать. Дурезать буду убить, Терман, тебя любить. Так, раз. Полезли вниз. Ну что, двигаемся. Значит, поменял я чуть-чуть шланг. Высох. Ё-моё, говорю же, как всегда. Высох, который гидравлический, он просто высох. И все. Сейчас взял вот термостойк этот, дорогущий. Едем, надо восстановить документы по пути в Химках. И едем на выгрузку. Едем в далекое село на дискотеку. Вчера возвращался с загрузки, вообще не было вибрации, шел 80 км в час. Вот он постоял, что-то произошло, опять биение пошло. Оп, нет биения. Оп, есть. Блин. Огромное спасибо, друзья, за комментарии. Впереди камера. Я их, повторяюсь, читаю все абсолютно. И ко всем прислушиваюсь, проверяю, делаю выводы. И вот тоже CSAMD пишет. Кристаллина или резина – это самая вероятная причина вибрации. На остальное как-то не похоже. Может, из-за задней.
проверь, пощупай крестовины. Вот, друзья, знаете, что думаю? А реально же был как-то случай, где-то я видел на YouTube, что крестовина шприцевалась, все с ней было хорошо, но при снятой крестовине только тогда поняли, что она подклинивает. И на определенных как-то, блин, то есть оборотах или круче, я не знаю. То есть мне сказали, что может высохнуть вот эта вот резинка на, как его, подвесном. Так как мы уже 2 года ездим, пробег 300 тысяч, я подвесной не менял. Я не знаю, понятно, что он не родной, скорее всего, стоит, но обычно так долго подвесные не ходят. А тут ходит. Поэтому, да, будем все это сейчас проверять. По поводу резины, я же говорю, непонятно. Если была бы резина, она бы всегда бы, правильно? Всегда бы у тебя была бы какая-то что-то вибрация. А тут бывает, что просто ее нет. Ее нет, оп, появилась. Я поэтому начал грешить уже на коробку. Может, в коробке внутри. Или диск сцепления, например, там ему все уже в корзине. Она ж крутится там. Я не знаю просто, как может такое быть или нет. В коробке первичный вал, вторичный, ну, не знаю, какой-то что-то раскручивается. Или маховик. Но это было бы всегда. А тут именно появляющаяся. И не могу я, видите, сколько уже мучаюсь, не могу понять, в какой момент она появляется и почему исчезает, что приводит, какие действия происходят в этот момент. То есть как-то, я же говорю, руль вот как-то чик повернешь, оп, все прошло. Как будто что-то где-то ходит. Может, подушка коробки, например, и она как-то в резонанс такой какой-то встает и начинает все подряд бить. Ладно, будем проверять. Спасибо огромное. Отвечу на ваши комментарии. Может быть, сегодня, если время сейчас останется у нас, будем в Твери стоять. Так, доки я подписал, печати поставил. Все, на Ленинградке осталось там 140 километров. До этого, до выгрузки. До выгрузки. Тут авария, вот хочу посмотреть. В Зеленограде прям что-то такая пробень. Вот и интересно, что ж там так... Это ж сколько рядов они там заняли, что такая пробка большая стала. Интересно. Где варета? А, дальше. Дорожники вон стоят. Гаишники стоят. Что, серьезно, интересно? Еще гаишники, ё-моё. Еще гаишники. Ой-ой-ой-ой-ой, походу серьезно. Глобалики. Кому-то не повезло. Не выдержал я, короче, заехал в бак. Есть охота. Неизвестно, сколько на загрузке протянут. Продержат, точнее. Все, заводимся. Как всегда, едим на ходу. Ну, хоть завелся. Уже радует. Так, центр Твери опять. Но пустые. Все по знакам, где можно ехать. Едем сейчас, документы сдаем. И будем звонить кому. Сереге надо написать, спросить. Он мне сказал, где форсунки можно сделать. Сейчас я поговорил там со всеми, поспрашал мнение. Короче, все рекомендуют насос тоже проверять, как и вы писали. Почему я так заторопился по поводу форсунок и насоса? Меня очень сильно пугает то, что он на горячую перестал заводиться. Я уже отрегулировал обратно тягу газа. Он вроде завелся. То есть, черт его знает, от этого это, не от этого. Солярка, я не думаю, что на это влияет сильно, потому что на любой заводится, ему пофиг.
Что-то не то, короче. И плюс он работает не так. Ну, я же чувствую машину, вибрацию. Вибрация стала какая-то очень странная. Я не могу описать. Ну, короче, это надо чуять. Раньше все было по-другому. Я сначала грешил на солярку. То, что, может, солярка попалась такая. А сейчас я уже понимаю, что если он и заводится, нормально перестал, значит, дело не в соляре, а в топливной. Ну, в общем, сейчас все вам подумаем вместе, чем, как, что поделать, как быть, короче. Что-то как всегда, когда время есть свободное, никто солярку не сдавал. Только заправился, блин, просто оборались, и Роснефть. Короче, пойдем, вот там вот есть Goodyear, у них есть такой вот переходник, колеса мне надо подкачать с левой стороны. Посмотрим, может, у меня, блин, сильно спущено оно. Подкачаю колеса и поедем на загрузку. Там буду возиться. Кстати, да, поедем. Если заведется. Вот смотрим. Температура, ну, почти 80. Он горячий. Мне кажется, не заведется. Блин, завелся. Значит, не ТНВД. Кабина открыта. Пойдем кабину защелкивать. Все, на выгрузочке. Сейчас выгрузят. И посмотрим, может, съездим. Приварим амортизатор, чтобы я заказал. Только строительная база, тут всякие ништячочки продаются. Доброе утро, страна! Короче, что-то затянули. С загрузкой, блин, то документы ждал. Отпустили только утром. Ничего не снимал, то спал, то ругался с ними. Эй, ты куда? Блин, с этого ряда-то нету поворота. Вот баба, блин. Двигаемся, все, мы на выгрузку. По пути сейчас скинем две точки. Прям на МКАДе. И попрем домой. Короче, какие новости? Вчера же вот то, что он заглох и на горячую не завелся. Спасибо за совет. Обратно вернул регулировку. То есть я сильно выкрутил тягу, и он просто не заводился на горячую. Обратно вернул, все заводится. Я уже тут всех на уши поднял. Хотел ТНВД в ремонт, ну, вести. Но мы с вами повезем все равно топливную в ремонт. То есть повезем для начала форсунки. Посмотрим, как поведут себя форсунки. Дальше будет видно. По ходули вибрация пропала. Блять, что это за херня, не знаю. Колеса подкачал все. Но это биение, это не вибрация. Вот мне как сказали. Это. Сейчас приезжаем, короче, мы домой. И будем с вами копаться. Но я думаю, это сделаем отдельным видео. Что вообще надо делать и что... Да что с этого рейса денег хватит, то и будем делать. Масло надо обязательно поменять. Что-то еще. Да там куча вообще делов. Море. Но, я говорю, будем сейчас самое главное будем делать. Ступицы надо помазать. Все равно колеса снимать. Проверять подшипники. Заодно помажем все. Я думаю, будет очень интересно. Так что поспешил я вчера по поводу ТНВД, уже расстроился. Думаю, ё-моё, насос, блин, туды-сюды. А форсунки, ну, а его все, я вот говорю, сегодня три раза уже я на платке останавливался, проверял на горячую. Заводится все нормально. Так что движемся вперед. 2 часа толкания по Ленинградке, и мы на МКАДе. Жесть, конечно. Что заметил? Вот он чуть-чуть, вот сейчас вот у меня полностью в машине, одному закачку 400 килограмм, другому 500, 900 килограмм. Плюс взять палеты, ну, короче, тонна 200. Идет идеально, просто ничего не гремит, ничего не стучит на стыках. Прям круто. Почему такая фигня, когда пустой, все гремит? Блин, прям четко-четко едет.
Так, погода просто сегодня шикарная. Погода шикарная, народа куча. Все гуляют, машинки смотрят. А нам развернуться надо где-то. Я знаю, что там в конце расширения. Там можно что-то изобрести. Тут очень узко. Ладно, все, поехали на минку и по минке уже домой. Выкинем сейчас там по пути. Кайфарики. Ну что, ребят, вот и выгрузки конец. Кто работал, молодец. Направляемся в сторону дома. Короче, на пустом вибрация чувствуется прям сильная. А груженный было вообще классно ехать. Но я думаю, мы с вами сейчас завтра разберемся. Сегодня отсыпаемся, завтра пойдем машину делать. Так что всем пока. Так, не все. Давайте развеем миф. Вот я только приехал, машина горячая, глушу. Ну какой миф? Проверим, ТНВД это или не ТНВД. Сразу же завожу. По идее, если ТНВД, не заведется. Не ТНВД. Все-таки прав был ЦСАМД. Скажи, как тебя зовут, в комментариях напиши. Блин, спасибо за консультацию такую. Все, обратно отрегулировал, все заводится. Все нормально, ничего не глохнет. Огромнейшее спасибо. Так что ТНВД пока отпал. Временно делаем. Пока форсунки будем смотреть.